Мы не зря приехали, я с коллегой приехала на этот форум, мы от него, конечно, ожидали очень многое. Первый день дал не так много, я надеюсь, что завтра будут еще очень интересные вопросы рассмотрены. Но кое-что мы для себя подчеркнули, с некоторыми партнерами уже познакомились. На самом деле очень важное и нужное мероприятие, конечно же. Очень хорошая форма, потому что чисто сидеть и слушать доклады, это, наверное, не самое полезное, что могло бы быть. А неформальное общение, оно как бы дает раскрепощенность, что ли, в общении. И, наверное, больше возможности дает узнать людей, которые здесь присутствуют, вот в неформальном, так сказать, формате. Я вот сказала, что я представляю муниципалитет, то есть власть, которая находится ближе всего к людям, представляет интересы народа. И, конечно же, такое мероприятие я, конечно же, посоветую, потому что мы заполняли анкеты, я написала, кого бы я хотела бы, чтобы здесь был. Это, в первую очередь, наш глава, женщина Мещерякова Ольга Васильевна. Я хотела бы, чтобы она увидела те вопросы, которые рассматриваются, и услышала те вопросы, которые рассматриваются, потому что мы очень заинтересованы в развитии сельского хозяйства на нашей территории. Поэтому для нас это очень актуальный вопрос развития сельского хозяйства.